Здорово, друзья! Нас просили посмотреть ремикс на Куплинова от обычного пацана, да? Как он зачитал рэп про Эминема, ну, раз... Не про Эминема, а зачитал рэп как Эминем. Как Эминем, да. Да, ну, как Эминем. Поэтому давайте посмотрим, как он зачитал как Эминем. Данный ролик создан исключительно в развлекательных целях. Лексика. Так еще плюс ко всему, блять, у них меняется корневая система, потому что я нашел папку, там, короче, есть папка сейф, я захожу, я перед тем, как переставить винду, я все время копирую мои документы полностью, чтобы я нашел свои сохранения, я соответственно, нашел и закинул туда, говорю, что-то не то, думаю, что за хуйня, потом понимаешь, здесь такие папки... Подожди, а он же прямо говорит одним дублем все это, да? Ну, вроде бы, да. Он как будто изначально рифмовано. Он как будто изначально рифмовано. А что, говорил. Если Куплинов изначально читал рэп как Эминема, а обычный парень подложил просто музыку? А он просто видеомонтаж сделал красиво. И музыку подложил. Мелодия просто. И папки внутри той папки, которая была там, а это папки внутри которой папки здесь не было. И я, короче, беру эти папки, копирую эту папку, захожу в игру, в итоге на нашу игру здесь есть. И новая игра, собственно, доступна на третий эпизод, поэтому потому что был доступен только. Такой, смотрю, захожу в меню, а здесь только есть новая игра, загрузить игру нету. Я такой, бляха, муха. Вот. Ну опять ебаный в рот. Нельзя использовать им клауд для сохранения. Чтобы я потом не парился и не искал. Короче говоря, вся в папках вскрытых в этих ёбных АПП локалах датах, блять, ебучие папки с огрёнными. Патронов много, а травы нет. А как же, в смысле? Чё за бред? Не понял. Это глю. Да? Я думал, это сова. Если в деревне случится беда, короче, нам нужна трава. Трава ведь нигде не продается, и это плохо, да? Здесь ничего нельзя собрать. Опа. Еще одна трава. Вот это прям хорошо. Хорошая. Это прям прекрасно. Унесла. А еще есть? Не понял, вы чего? Заходите еще. Зайдем, хорошо. Так, трава неплохо. Кончилось все? О, травушка, повезло. У меня не хватает травы. Обычная трава. Обычная. Да. Игровая. Газон. Игровая. Газон. Да. Газон. Ведьмаке там травки собирают. Всякие, чтобы эликсиры там делать. Это не то, что вы там подумали. Мало ли, я не знаю, что вы там думаете. Ну тут все понятно. Просто, ну, глюки с травой. Это глюки. Глюки. Так еще плюс ко всему, блять, у них меняется корневая система, потому что я нашел папку. Там, короче, есть папка сейф. Я захожу, я перед тем, как переставить винду, я все время копирую мои документы полностью, чтобы я нашел свои сохранения. Я, соответственно, нашел и закинул туда. Говорю, что-то не то, думаю, что за хуйня. Потом понимаешь, здесь такие папки здесь. Такие папки внутри той папки, которая была там, а это папки, внутри которой папки здесь не было. И я как беру эти папки, захожу в игру, в итоге на нашу игру здесь есть. И новая игра, собственно, доступна на третий эпизод, поэтому потому что был доступен только. Такой, смотрю, захожу в меню, а здесь только есть. Новая игра, загрузить игру нету. Я такой, бляха-муха. Вот. Ну опять ебаный в рот. Ну неужели нельзя использовать им клауд для сохранения, чтобы я потом не парился и не искал. Короче говоря, вся в папках вскрытых в этих ебаных АПП локалах датах, блять, ебучие папки с огромными играми. Патронов много, а травы нет. Меня знаешь, что поражает в Куплинове? Тебя что поражает в Куплинове? Что он, то, что очень, он классно, очень быстро, классно, быстро говорит экспромтом. Рифмы. Рифмы, прям, в принципе, он бы был хороший рэпер-фристайлер. Да, кстати, вот прям четко вообще. Он и быстро говорит, и по делу говорит, и как-то так прям вот все время говорит и говорит и говорит. Я думаю, тот, он же получается все время. Он знаешь, как кто? Как профессиональные комментаторы. Вот они тоже все, да. То, что видит, они безумолко могут говорить, 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 хоть это... там ничего не происходит, он может комментировать что-то. Я видел, как какой-то видос 100 лет назад по Доте смотрел, и там они что-то там сражались. Наверное, комментаторы на футболе тоже так. Вообще жестко. Да. Я так не могу. Нет, не мы умею. Так вообще не могу. А Куплинов умеет. Вот такая была маленькая реакция. Если тебе понравилось, то ты можешь что-нибудь сделать. Приятного. Приятного, да? Хорошего, главное, сделать. Да. Поставить лайк. Например. Пока. Крафт, райд, дестрой. Рама, нужно что-то... Так, ну-ка, давай-ка. А, блять, я вам настрою тут огроменную машину. Сейчас построю танк, сука! Сейчас, блядь, такой танк сделаю. У меня хер кто что сделает со мной. Вот! Это танк! Ты типа такой реально построил? Советский, да? А интересно, номер что-то значит секретное? 07? О, не, ничего. Хорошо. Это Вали помогает. Еще один вот сюда поставлю, хорошо. А на машину стоит только один... Как понять, один только двигатель. А у меня что, сколько стоит? А я два поставил. В чем проблема? Вот это будет хорошо. Ты поедешь, да, у меня по-любому, смотри-ка. Вот! Ёб твою мать, хорошо! Так, не то, чуть-чуть не хватает колес сзади. Что-то у меня было там к Xiaomi. Xiaomi какой-то был. Колеса, уравнивающие колеса должны быть у меня. Но это, блин, далеко он ставит. Почему не сюда-то не может поставить? Потому что там генератор от ебана мешается.
Ну пусть будет криво, хер с ним. Хотя бы так. Но зато теперь будет ехать нормально, не шататься назад. Вот она! Все, это именно то, что мне нужно. Это больше никогда в жизни меня никто не пробьет. Нужно что-то такое, что будет очень сильно стрелять. Кавказ. Давай вот Кавказ поставим себе. Кавказ? Прям наверх. Я буду стрелять пушка с Кавказа. С Кавказа сверху. Буду стрелять с этих моих местных гор. Нужно что-то реально пулеметище такое, чтобы... Вьетнамские флешбеки. Вьетнамские флешбеки, да. Бедняжка. Ой, мячочек, смотри. О, котик. Хомячочек, в смысле, котик? А там хомячок был еще. Я буду восстание машин. Котик. Вот, уравнитель, нормально. Сейчас уравняем нахуй всех. Не хватает одной единицы энергии. Чего? Хорошо, давай доп-генератор поставим. Генератор на газ. Ну же верхловой читает, да? Неважно. Окей. Главное, чтобы газ не взорвался. Все. Это называется, сейчас будем рвать жопы. Жопы будем рвать сейчас только в путь. Поехали. Идеально. Я идеальный участник. Просто неимоверно устраивающий участник. Тачка на прокачка. Экзибит. А, ты смотрел это шоу? Да, я смотрел раньше на MTV, мне очень нравилось. А, я как-то... Это классно, а столько помню, всего вставляли. Они вообще всю корыто вообще убирали. Обвалы же просто выбрасывали корыто. Короче, сделали новую колесо машины, гривот. Она стреляет с пулемета, она стреляет с пушки, она уравновешенная, она не шатается, она полностью она бронированная. Я буду разрастить ёбло сейчас! Вперед! Какая разница, у кого машинка симпатичнее? Машинка должна быть не симпатичная, нормальная, красивая чёрная тачка, которая разносит всех и все. А то видишь, что красивая машинка. Хотите красивые машинки? Делайте. Мне нужна машинка, которая будет хорошо проявлять себя в бою. Которая будет тащить, которая будет устраивать все, что я захочу. О, безумный Макс пошел. Подожди, я сейчас уничтожу, да? Да, просто моя головка, походу. Какая ракета, в смысле? Какая ракета-то? Все. Красивая машинка, некрасивая машинка. Какая уже разница? Там сзади вон уже и статик. Трактор Федя. Я сидел, корпел, блядь, над этой машиной полтора часа, чтобы она стреляла, чтобы она не умирала, чтобы она ничего плохого и все бесполезно мне не делала. Тебе главное, что другим. Какой-то Торрен берет, стреляет и разносит меня ко всем хуям. Подожди. Где мое слабое место? Что за херня? Почему у меня просто все разлетелось, я не понял. Так, ну ладно, где? Давай я не поеду. Пацаны, давайте вы вперед, а я буду прикрывать. Самую жопу сейчас засяду далеко и буду оттуда разносить. А там вообще никого нет. Просто никого. Зато никто машину не разнес, тоже вариант, нормально. Ну да. Можно посидеть, сидеться и выиграть. Ага. Сейчас он такой маленькой-маленькой ракеткой. Тю! Да. Унижает. Робот унижает Куплинова на протяжении 5 минут, да? Ой, убили его. Это я постарался. Конечно. А это кто? Все сюда. А, сейчас вот. Так я тебя и послушался. Знаю я таких. Все сюда, а потом подстава, блядь. Автоматически. Вот, собственно, и все. Пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.